Жизнь всякого человека, великого и обычного, чаще или реже, но выпадают минуты, когда отступает, словно замирая, все, что влекло, занимало, тревожило, не давало покоя. Природа и сосредоточенное одиночество дарят нам чаще всего эти светлые минуты. Простор округ горок. Крутые откосы и склонившиеся деревья все напоминало Владимиру Ильичу старый Венец, спуск к Волге, Симбирск. Это место у беседки в горках Ульяновы так и называли – Венец. Симбирск, Волга, Венец, детство. Прожив в Симбирске почти 9 лет, сменив за эти годы 6 наемных квартир, семья Ульяновых поселилась в собственном доме на Московской улице. Сменив 6 наемных квартир, семья Ульяновых поселилась в собственном доме на Московской улице. Илья Николаевич стал уже директором народных училищ, был произведен в чин действительного статского советника, и потребовалось еще несколько лет, чтобы собрать нужную сумму на покупку дома. Первая и последняя недвижимость в его жизни. Впрочем, дом был оформлен на имя Марии Александровны. А как обосновались на новом месте? Вскоре был сделан вот этот семейный портрет. В семье Ульяновых происходило то, что происходит во всех семьях. Взрослеют дети, старятся родители. Случается так незаметно, когда дни, наполненные делами и заботами, так быстро сменяют друг друга. Дни, заполненные трудами и заботами, быстро сменяют друг друга. От села к селу спешит Илья Николаевич Ульянов. И ни осенняя слякоть, ни метель, стужа ему не преграда. Симбирская губерния, эван какая махина, без малого 45 тысяч квадратных верст, разом никак не объедешь. Свои постоянные маршруты и свое неизменное правило. В каждой сельской школе, пусть и самой захолустной, директор народных училищ 2 раза в году должен побывать на занятиях. Бывало, сидишь в теплой покойной комнате с книгой в руках, тревожно прислушиваешься к яростным воплям зимней метели, уж третьи сутки не выпускающей мужика из избы, остановившей всякое движение. Вдруг под самым окном прозвучит колокольчик. Писал в своих сочинениях Валериан Никанорыч Назарьев, симбирский помещик, публицист. Валериан Никанорыч сотрудничал в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Вестник Европы». В своих сочинениях он не раз обращался к просветительской деятельности Ульянова. Уже 3-ю неделю путешествую. Посетил, к слову, все те же Хадары. Место богом забытое, а народные училища там, скажу я вам, отнюдь не самое худшее. Чуваши порядочно читают по-русски, имеют некоторые географические сведения, могут, к примеру, начертить земной шар. А что самое отрадное, между наставником и учениками существует весьма хорошее отношение. Мальчики смотрят весело, охотно отвечают на вопросы. О школьных радостях и горестях Илья Николаевич готов говорить во время чая, ужина. Вас уже клонит ко сну, а он все говорит и говорит о школе. И первое слово, с которым вас встретят поутру, все та же школа. Илья Николаевич
умудрился при самых ничтожных средствах подготовить первых учителей и учительниц народных школ. Нас, выпускников педагогических курсов, так и называли ульяновцами. По окончании курсов большинство из нас поехало воевать с попами, писарями и другими воротилами села и деревни. Крестьяне по бедности и невежеству не давали денег. А помещики, еще недавние крепостники, не сочувствовали открытию школ. Внешность школьного дома меня огорчила. Вместо большого школьного здания, каким я его воображал, я увидел темную избушку с тремя изломанными скамьями, набитую жалкими остатками псалтырии и катехизисов. Я написал список учебных пособий, отправился в контору волостного правления требовать, чтобы купили все живо и доставили. Писарь, усмехаясь, прочитал список и, подавая мне, процедил. Где мы возьмем денег? У нас во всем правлении столько нет. Друзья мои, я знаю, что гажа этой школы мир не создавал. Но покажите себя, к чему вы готовились. И сумейте сами школу поставить как школу. И сделайте выпуск учеников. Илья Николаевич Ульянов в одно и то же время был просветителем края, строителем училищ, архитектором, вечным просителем, вымаливавшим у земства каждый грош, добрым гением учителей и учительниц, не раз спасавшим их от крайней нужды. Отец воспринимал все это как само собой разумеющееся. Преданность идеи просвещения состояла для него в беззаветном служении этой идеи. Спустя годы, уже через 8 лет после кончины Ильи Николаевича, Назарев писал в Симбирских губернских ведомостях, что делалось в семье, как велось домашнее хозяйство, откуда являлся новый вицмундир на место пришедшего в совершенную негодность старого вицмундира, каким образом в карман попадал носовой платок, как и чем занимались дети. Ничего этого Ульянов не знал благодаря заботливости своей деятельной жены. Это совершенно неверно, отвечала Анна Ильинична в том же 1894 году на страницах тех же Симбирских губернских ведомостей. Валериана Никаноровича искренне уважали в семье Ульяновых. Но это не помешало старшей дочери Анне Ильиничне иметь свой взгляд на то, что писал Назарьев. Конечно, серьезное, важное дело позволяет человеку, строго относящемуся к своим обязанностям, сравнительно немного уделять внимания семье, но из этого не следует еще, чтобы он совсем забыл о ней. Факт тот, что воспитание детей происходило под главным и неусыпным надзором отца. И как мог бы такой горячий верующий педагог, каким выставляется мой отец в статье господина Назарьева, оставить без внимания собственных детей? Уже не от имени Назарьева, а от своего собственного, хотел бы спросить. Вам не кажется, что Валериан Никанорыч исходил из самых добрых побуждений? Стремился как можно ярче показать деятельность Ильи Николаевича. И добился этого. Быть может, в ущерб фигуре семьянина. Разве заслужила такая оплошность столь резких возражений со стороны Анны Ильиничны? А вы вспомните, когда публикует Анна Ильинична свои замечания? В 1894 году. Уже был казнен Александр Ульянов. Уже арестовывались, высылались и были под надзором полиции сама Анна Ильинична, Владимир Ильич. И разговор о вечно занятом отце, который был во всем далек от жизни семьи, не имел представления, чем заняты дети, звучит по тем временам совсем не безобидно. Всеми уважаемый статский советник так самоотверженно трудился на благо общества, что дети росли его без присмотра. Этим якобы и можно было объяснить их последующие поступки. Анна Ильинична восстает против любой попытки разделить отца и детей, лишить их естественной взаимосвязи. Но все это будет гораздо позже. А в тот ненастный вечер Назарьев тепло принимал Илью Николаевича. Рад преподнести вам экземпляр моей статьи «Современная глушь» из журнала «Вестник Европы».
Как помните, я хлопотал не более всего о том, чтобы передать правдивую историю нашего школьного дела, а значит, сказать доброе о ваших трудах, держась одной правды и действительности, избегая всяких преувеличений или излишних восхвалений. Душевно вам благодарен. Многоуважаемому Илье Николаевичу Ульянову в память общих трудов, забот, горестей и радостей по устройству сельских школ Симбирского уезда Назарьев. Кто мог предположить в тот зимний вечер, что Ульяновы сберегут эту книгу, несмотря на все беды и переезды, которые вскоре обрушатся на эту семью? А спустя время подарок Назарьева найдет себе место в кабинете председателя Совета народных комиссаров Владимира Ульянова Ленина. Многоуважаемому Илье Николаевичу в память общих трудов, забот, горести и радости. Минут десятилетия и обсуждая организацию народного образования в Советской России, Владимир Ильич обратится и к деятельности Ильи Николаевича. На основании опыта нашей русской школы, на которой сильно отразились демократические идеи 60-х годов, можно было бы так организовать в России дело народного образования, чтобы оно помогло развитию настоящего демократизма. Владимир Ильич осенним днем в Горках и счастливая семья в Симбирске. Между этими фотографиями чуть больше 40 годов. И, в общем-то, вся жизнь с ее неожиданными радостями и неминуемыми утратами. Через всю жизнь пронесет Владимир Ильич нравственный уклад своего отчего дома. С детства привычная сердечность и требовательность отношений. Давно ли пела Марья Александровна колыбельную Володе другим своим детям? А тебе на свете белом что-то рок пошлет в удел? Прогремишь ли в мире целым блеском подвигов и дел? Или тебе по воле рока будет дан высокий ум? И поведаешь ты много доносных новых дум, неподкупен, бескорыстен, и сознанием правоты непоборной силой истин над неправдой грянешь ты. Да, старятся родители, взрослеют дети. Вот и на Володе уже гимназический мундир. Со временем многие заметят, что Владимир Ильич и лицом, и сложением в отца. От него же унаследовал общительный нрав, склонность к шутке, а вместе с этим и вспыльчивость. А пока занят курсом гимназических наук. Илья Николаевич делил детей на пары. Мальчик и девочка. У меня плохих детей нет, но все-таки каждая пара совершенно отличается от других пар. Александр и Анна. Из них в будущем выйдет большой толк. Вторая пара. Владимир и Ольга. Эти, пожалуй, будут получше старших и пойдут еще дальше. Третья пара. Дмитрий и Мария. Народ тоже довольно способный, но сказать пока про них ничего нельзя. А в семье всегда одни дети послушнее, другие шаловливее. Владимир и Ольга самые озорные. Разойдутся, могут начать выбрасывать калоши с прихожей в залу, стараясь при этом непременно угодить в диван. Беды, понятно, большой нет, но и поощрять не следует. Провинившегося ожидает черное кресло. Марья Александровна уводит в кабинет отца. Пусть посидит, пока не успокоится. Усадила как-то Володю и забыла о нем. Ну, просто из головы вон. А когда спохватилась, заглянула. Он сладко спит в черном кресле и улыбается во сне. В детстве все рядом, и смех, и слезы.
Дети, дети, мы же условились. Один день объясняйте со мной по-русски, другой по-немецки, третий по-французски. Сегодня у нас aujourd'hui nous parlons français. Bonjour. Le petit déjeuner servi à table. Никогда не страдая отсутствием аппетита, Владимир заканчивает завтрак первым. А над теми, кто отстает, еще и подсмеивается. Ишь ест, словно воз сеном в гору везет. Все остаются на месте. Никто не торопится. Потрудитесь высидеть 10 минут после чая. Иначе горло на улице застудите. В детстве старший брат для младшего, словно черта горизонта. Как бы скорее достичь. В гимназию Владимир мечтает ходить, как Саша. Он и на любой вопрос, положить ли каши, налить ли чая, отвечает, как Саша. Все дети Ульяновых занимались в гимназиях. Между тем, Илья Николаевич не был поклонником классического образования. Много пустой зубрежки. К занятиям детей относился спокойно, не обманываясь в том, будто успехи на уроках и есть суть всех земных добродетелей. Возвращаясь из гимназии, Владимир, прежде чем подняться наверх, проходит мимо кабинета отца. Из греческого 5, из немецкого 5, из алгебры 5. Марья Александровна всякий раз смеется. Илья Николаевич, тебя словно не радуют успехи сына. А чего же радуют? Как всякого отца. Но думаю, что Владимиру все слишком легко дается. Я боюсь, не выработается в нем работоспособность. Право, ты порой чересчур взыскательным к детям. Поощряешь их на большее, но никогда не похвалишь. Боюсь, очень боюсь захваливания. Не переношу заносчивости выдающихся по способностям и захваливаемых детей. Все это справедливо в отношении к Володе. Против его заносчивости при постоянных успехах в школе твой корректив представляется полезным. Что же касается других детей, особенно девочек, нужна была бы и похвала, хоть в небольших дозах. Надо помочь им поверить в свои силы. А Владимир уже на катке. Он, как никто другой, умеет, встав во весь рост, скатиться с ледяной горы, соберет гимназистов в цепь и поведет ее замысловатыми узорами. Первый на льду, когда был гимназистом, стал увлекаться коньками, но уставал. После коньков очень хотелось спать, мешало заниматься, бросил. Пройдет совсем немного лет, и ссыльный Владимир Ульянов напишет Марии Александровне из Сибири. По случаю наступления зимы, вместо охоты начал заниматься коньками. Вспомнил старину, и оказалось, что не разучился. Наступает вечер, а с ним и тишина в доме на Московской улице. У каждого свое дело. Владимир в своей комнате на втором этаже занят уроками. Таблица спряжения французских глаголов. 64 глагола. Это единственная дошедшая до нас ученическая работа Владимира Ульянова, говорим мы теперь. А тогда, хоть и прилежен был, все равно, наверное, ерзал. Побыстрее бы закончить и сбежать вниз. Что это за шум? Чтоб я больше этого не слыхал. А ну-ка, Володя, посиди у меня в кабинете, пока Оля занята уроками. Снова тихо, спокойно, сосредоточенно. Ни приемов гостей, ни званных вечеров эта гостиная не знала. А детские праздники бывали. Дети получали подарки, и тем же отвечали родителям. Александр смастерил шкатулку.
Дмитрий и Мария преподнесли Марии Александровне свою фотографию. Ольга вышила подушечку. А в этот конверт, адресованный милому папе, Анна вложила стихи о Симбирске. «Я не забыл тебя далекой, но сердцу милый городок, и Волги берег твой высокой, и тротуары из досок». Все счастливые семьи похожи друг на друга. Быть может и так. Но у каждой свои минуты этого счастливого согласия. Дорогие, заветные минуты. Ульяновы любили встречи за ужином на закате трудового дня. Илья Николаевич, у нас уже самовар готов. А, сейчас, сейчас. Известное дело, самый занятый у нас это Саша. Поднимись, Володя, к старшему брату. Напомни ему, что самовар это не мы. Ждать не станет. Илья Николаевич во главе стола. Поближе к отцу подсаживаются сыновья. Младший располагается подле Марии Александровны. В семье у каждого заведено свое место. Как утвердились и привычки. После ужина партия в шахматы. По субботам дети выступают со своим рукописным журналом «Субботник». И непременно общее чтение, страница за страницей, каждый вечер вслух. Ну, кто же сегодня продолжит чтение Фламариона? Оля? Лет 200 назад в фруктовом саду сидел в задумчивости молодой человек 23 лет. Был тихий летний вечер. Вдруг яблоко, как говорят, упало на скамейку, где сидел юноша. Это явление, на которое никто обыкновенно не обращает внимания, как-то особенно сильно заинтересовало его. Между тем на небе показалась луна. Молодой человек задал себе наивный с первого взгляда вопрос. Почему луна не падает на землю, если существуют силы, которые заставляют все тела стремиться к земле? Этот молодой человек был Ньютон. Изучение неба нужно начать с изучения земли, потому что научное развитие астрономии началось с того момента, когда точно стало известно, какое место занимает земля в мировом пространстве. Далекие звезды, иные галактики всегда зовут к раздумьям о жизни людей на Земле. Январской ночью 18-го года, взглянув подле Смольного на открытое морозом небо, Ленин вспомнит. Я в ранней юности очень хорошо знал все созвездия. Чаще всего вечерами Александра подсаживается к роялю. Играет сама, играет с дочерьми. Прежде тянулся к роялю и Володя. Но перестал, сочтя занятия музыкой,
делом не стоящим для мальчика, тем более для гимназиста. Детство – памятная музыка. Как далеко отступает от нас детство? Или мы от него? Дальше всех земных расстояний. Поздним московским вечером, ненадолго оставив свой кремлевский кабинет, Владимир Ильич, озабоченный, бесконечно устал, ощутив уже подступающую болезнь, слушал сонаты Бетховена в исполнении Добровейна. Изумительная, нечеловеческая музыка. Но часто слушать музыку не могу. Действует на нервы. Хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. Снова весна, и еще один год учебы позади. Уже и Владимир гимназист старших классов. Все короче отведенных для детства и отрочества светлых дней череда. С наступлением тепла все собираются здесь, возле дома. Старший сын Александр собирается поступать на естественный факультет Петербургского университета. В кухоньке флигеля устроил себе лабораторию. Приспособление для нее купил на свои деньги, зарабатывал уроками. Живет философом в пустой кухне, шутят домашние. Живет философом в пустой кухне. Владимир заглядывает туда редко. Старается все делать, как Саша. А вот естественные науки недолюбливает. И вырезанием по дереву, в отличие от Александра, не увлекается. Предпочитает чтение или игры с сестрой Ольгой. Увидели однажды циркачей канатоходцев и сами натянули веревку в каретном сарае. Пытались удержаться на канате, и шест в руках, и подошвы непременно натирали мелом. Дети, яблоки берите те, что упали на землю. Остальные для варенья на зиму. И прошу вас не обрывать три вишневых дерева, что подле беседки, до 20 июля, до Дня Ангела Ильи Николаевича. Илья Николаевич любит поиграть с детьми в крокет. Отправим-ка этот шар в уезд, а тот сейчас загоним подальше, в губернию. Еще зимы идут разговоры, пишутся письма о предстоящей летней поездке в Кокушкино. Детям оно представлялось почему-то на другом конце земли. Это имеется под Казанью, приобрел отец Марии Александровны и оставил в наследство пятерым дочерям. Как вы провели лето? Тамошнее сочинение на эту тему было принято, оказывается, и в прошлом веке. Ольга Ульянова описала семейное путешествие из Симбирска в Казань. Мы поехали по Волге на пароходе. День был чудесный. Летнее солнце стояло высоко в небе, ярко освещая необозримую водную поверхность. Местами отражение солнца в воде было так сильно, что было больно смотреть. Вокруг все было тихо, как никогда не бывает на земле.
Я все время стояла на палубе и любовалась волжскими берегами. Мне так понравилась Волга, медленно катившая свои светлые воды, ее красивые берега, быстрое движение парохода, что было жаль расставаться с этим, когда мы прибыли в Казань. В Казани нам пришлось прожить 2 дня в ожидании лошадей из деревни. На 3-й день мы поехали в деревню. В Кокушкине крыша течет, печи дымят, половицы скрипят. А живется здесь на редкость счастливо, весело, просто, по-деревенски вольготно. Играют одной гурьбой с крестьянскими ребятами. Запускают под небеса змей так высоко, что и голову не заберешь. Целыми днями пропадают на речке. Владимир постоянно упрашивает взять его в ночное. Я и дров наломаю, и костер разведу. Сегодняшняя детвора. И вот так же, только было это добрую 100 лет назад, сидели ребята у костра или ныряли в речке. И те, кто видел их тогда, не знали и знать не могли, что ждет этих ребят на завтрашнем пороге. Покажут годы. Писали же участники тех былых забав, кокушкинские крестьяне, Ленину в горке. Привет от старожилов, хорошо помнящих тебя, знающих тебя по играм с нами в бабки, горелки и по ночевкам в лесу с лошадьми. Какую местность России вы знаете лучше всего? Председатель совнаркома Ульянов Ленин ответил. Поволжье. Рассказы отца, вернувшегося из поездки по губернии. И крестьяне в деревеньках под Кокушкиным. Симбирск с его пристанями, крючниками и бурлаками. В жизнь семьи входила жизнь России с ее болью и надеждами, смехом и слезами, как та песня, что неслась и неслась над Волгой. Говоря о нравственном единомыслии в семье Ульяновых, Анна Ильинична прежде всего обращается к Илье Николаевичу. Мои детские и ученические воспоминания неразрывно связаны с образом отца. Чем больше я живу, тем больше научаюсь его ценить и уважать. Эти слова Анны Ильиничны, споря все с тем же Назарьевым против его утверждения, будто Илья Николаевич был далек от жизни семьи. И тем не менее, дети выбирают свой путь. Илья Николаевич – государственный чиновник по службе, педагог по призванию, просветитель по убеждениям, а его дети, все и каждый, с первых же шагов становятся революционерами. Почему это происходит? Именно в семье Ульяновых, где так велико взаимопонимание, и все так близки друг к другу. Но не все, в конце концов, зависит только от семьи. В Симбирске той поры было, между прочим, немало политических поднадзорных. Могло сказываться их влияние. Сторонних революционных влияний, особенно со стороны высланных поднадзор неблагонадежных, в нашей семье не было, замечала Анна Ильинична. Отец не мог вести знакомство с поднадзорными, если хотел удержать за собой работу, а в ней сосредотачивался главный смысл его жизни. К тому же Александр и Володя были очень молоды. Оба окончили гимназию в 17 лет. Будущее раскрывается тем неожиданнее, чем поверхностнее наше представление о настоящем. Так и в жизни семьи. Благополучие, согласие, взаимное уважение. Но есть за всем этим и более важное, что с самого начала определяет последующие шаги. Надо представить себе не только как жили Ульяновы, но и понять, чем они жили.
Кукушкина во время прогулок по полям. Отец любил петь положенное на музыку студентами его времени запрещенное стихотворение Плещеева. Мы невольно чувствовали, что отец поет эту песню не так, как другие, что в нее он вкладывает всю душу, что она для него что-то вроде святая святых. И очень любили, когда он пел ее, и просили запеть, подпевая ему. Молодые силы подрастут, взлетят орлы и цепь насилия железным клювом разорвут, железным клювом. Помню и по возвращении в Симбирск, на нашем дворике, я напевала эти строчки. Мне было тогда лет 13-14. Мать подозвала меня. Анна, ты не должна здесь, в городе, петь эту песню. Ты можешь повредить отцу. Враги у всех есть. Услышат и скажут. Вот какие запрещенные песни распевают во дворе директора народных училищ. И в зрелости, и в конце своего пути Илья Николаевич пел о юности, поре светлых надежд и мужественного нетерпения, как поют вернувшиеся с войны, вспоминая святое братство минувшего, которое в жизни их уж никогда не повторится. Ясно я запомнила слова матери, ведь это было первым моим знакомством с запрещенным. А первым из запрещенных сочинений стал Писарев. В последних классах гимназии мы с Сашей прочли всего Писарева от доски до доски. Тогда он имел на нас большое влияние. Например, я отказалась брать уроки музыки, ведь Писарев посмеивался над тем, что каждую барышню учат игре на фортепиано, хоть у нее большие способности шить башмаки. Он говорил очень определенно, что читая меньше 50 или 100 страниц в день, никогда не станешь начитанным человеком. Я с ужасом видела, что не поспеваю выполнить и этот минимум. Мы так увлеклись, что когда последний том Писарева был дочитан, и мы должны были сказать прости нашему любимцу, мы испытали большое чувство грусти. Саша, а правда, что жандарм, следивший за Писаревым, видел, как он тонет в реке, но намеренно оставил его тонуть, не позвав на помощь? Анна первой закончила гимназию. По окончании гимназии 2 года работала помощницей учителя в одном из приходских училищ Симбирска. Да еще дома занималась меньшим. Первым сознательным стремлением было стать сельской учительницей. Позже, по отъезду в Питер на бестужевские курсы, еще долго скучала о ребятах. Александр мечтает об естественном факультете Петербургского университета и дольше всех просиживает за письменным столом. Пишет в гимназическом сочинении. Честность и правильный взгляд на свои обязанности по отношению к окружающим людям должны быть воспитаны в человеке с ранней молодости, так как от этого зависит и то, какую отрасль труда выберет он для себя, и будет ли он при этом в выборе руководствоваться общественной пользой или эгоистическим чувством собственной выгоды. Гимназические сочинения у Саши выходили дельными, но всегда краткими и суховатыми. Очень уж чужды были ему всякая риторика и фраза. Я могу отнести к своей ранней молодости смутные чувства недовольства строем, мечтания о свободе, равенстве, братстве. Какие пороки самые худшие? Ложь и трусость. Запрещенный подцензурный роман Чернышевского «Что делать?»
он был в домашней библиотеке действительного статского советника Ульянова. И пришел день, когда Владимир Ульянов остался в своей комнате наедине с этой книгой. Этот роман, например, увлек моего брата. Он увлек и меня. Первый раз я пробовал читать, что делать. Кажется, 14 лет. Признаться, это было никуда не годное поверхностное чтение. Роман Чернышевского слишком сложен, слишком полон мыслей, чтобы понять и оценить его в раннем возрасте. Она еще впереди, но уже неминуема. Душевная встреча с Чернышевским, когда и жизнь во многом делается по его примеру. Велика масса добрых и честных людей, а таких людей мало. Но ими расцветает жизнь всех. Без них она заглохла бы, прокисла бы. Мало их, но они дают всем людям дышать. Без них люди задохнулись бы. Россия с ее болью и надеждами плакала и смеялась в стихах Некрасова. Они были для Ильи Николаевича самым сокровенным отзвуком его собственных чувств. Откроют этот сборник и его дети. Иди в огонь за честь отчизны, за убеждение, за любовь. Иди и гибни безупречно. Илья Николаевич писал строки, вырванные цензурой, но не вытравленные из памяти. Умрешь недаром, дело прочно, когда под ним струится кровь. Не роковой смысл этих строк, а уважение к любимому поэту владело им, наверное, в эти минуты. Он был директором народных училищ, уже по должности своей призванный ограждать юношество от вольнодумства. Он был отцом и не мог лишить своих детей тех чувств, которые самого волновали, тех мыслей, которые им владели. Воскресным днем, когда вся семья собиралась на обед, Илья Николаевич, бывало, спрашивал старшего сына. Саша, ты нынче ко всеночной пойдешь? Нет. Наступало новое воскресенье, и снова спрашивал. Ты пойдешь? Нет. Ну что же, больше спрашивать я не стану. Илья Николаевич был широко образован, преподавал физику и до конца дней оставался искренне верующим человеком. Но и в религиозном чувстве, даже в этом, он был свободен от принуждения. Здесь же, сидя подле отца, Владимир слушал заглянувшего на огонек к Ульяновым учителя. Гость сетовал. Дети нынче плохо посещают церковь. Сечь надо. Сечь за это. Сечь? Владимир выбежал из дома, рванул на груди цепочку. Навсегда сорвал крест. В 1922 году Владимир Ильич отвечал на вопрос партийной анкеты. Имеете ли какие-либо религиозные верования? Нет. Если не верующий, то с какого возраста? С 16 лет. Фейербах очень метко ответил тем, кто защищает религию как источник утешения для людей. Что утешать раба есть занятие выгодное для рабовладельца. А настоящий сторонник рабов учит их возмущению, восстанию, свержению ига, а вовсе не утешает их. Отец привил нам чувство любви к трудовому народу, которому он отдавал все силы и знания, свидетельствовал младший сын Ульяновых Дмитрий Ильич. Отец и детям старался передать
то сознание долга, которое так сильно было у него развито, вспоминала Мария Ильинична Ульянова. Необузданную, дикую, к лютой подлости вражду и доверенность великую к бескорыстному труду. С этой ненавистью правую, с этой верою святой, над неправдою лукавою грянешь Божию грозой. Искренность, правдивость, уважение достоинства других и своего собственного – эти качества, воспитанные с детства, эта обостренная гражданская совестливость и привела Ульяновых в революцию. Близость отцов и детей всегда завидна. Но если детям дороги надежды и стремления отцов, то со временем, ответив себе, что смогли сделать отцы, а что им и не удалось, дети ищут свои решения. Путь отцов и детей, как время, не повторяется. Надо торопиться жить, чтобы все силы отдать революции, не раз заметит Владимир Ильич. Всякий думающий, действительно порядочный человек, должен быть революционером. Мы боремся лучше, чем наши отцы. Наши дети будут бороться еще лучше. И они победят. А годы идут и идут своей чередой. Взрослеют дети, старятся родители. И до чего же быстро все это случается? Признаюсь вам, Валерьян Никанорович, тревожит меня порой сомнение. Надолго ли еще хватит сил, не пора ли на пенсию? А как подумай о том, что сделано в губернии для народного образования, так и тоски не бывало. За 10 лет моих трудов число удобных школьных помещений увеличилось в 1,5 раза, вот как. Напомню еще, что и вознаграждение учительского труда утроилось. Как всякий русский человек, Илья Николаевич был великим мечтателем и фантазером. Казалось, он не замечал ни своего одиночества среди общего тупого равнодушия, ни своего крайнего бессилия, ясно бросающегося в глаза каждому постороннему наблюдателю. Что касается моей личной судьбы, то не вижу каких-либо поводов для сожаления. Пожалован чин действительного статского советника. Это за 8 лет до статского советника, до генеральского чина. А к этому орден Владимира с потомственным дворянством, и Анна второй степени за отличную усердную службу, и святой Станислав первой степени. Главное же удается задуманное, пусть медленнее, чем хотелось, но утверждается народная школа. Значит, и на правительственной должности возможно творить добро, трудиться во имя прогресса. Пора бы и осмотреться. Убедиться в том, что все достигнутое не более как намек на бесчисленные нужды обездоленного захолустья. И все, что сделано, не более чем начало того, что нужно сделать. Значит, нужно работать, работать и работать. Иного пути нет. Нет, жизнь всегда оставляет возможности для выбора. И есть в ней иной путь. Говорят о нем шепотом, а сотрясает он престол. Путь героев. Зову живых. Откликайтесь же, если в поле жив человек. Вот и пробил час. Исполнительный комитет народной воли вынес приговор. Смертная казнь пока императору жив, Александру II. Чернышевский не будет на свободе. Пока я жив. Пока я жив. Теперь или никогда. 2 года выстрелов и взрывов, пока не приведут приговор в исполнение. Апрель 1879 года. В императора стреляет Александр Соловьев.
Решившись на убийство государя-императора, я не рассчитывал на спасение. Но я был убежден, что вреда родине не принесу, а пробужу ее и заставлю вдуматься в свое положение. Повешен. Спустя полгода на четвертой версте от станции Александровка царский поезд поджидают две мины. Андрей Желябов соединяет батарею. Я замкнул батарею, то есть соединил токи. Но взрыва не последовало. Действия наши должны рассматриваться как одно из проявлений той открытой борьбы, которую много лет ведет социально-революционная партия за права человека против русского правительства, насильственно завладевшего властью. Повешен. Следующим днем поезд подходит к Москве. На этот раз мина сработала. С рельс сошло 8 вагонов. Пострадавших не оказалось. Взрывом руководила Софья Перовская. Тот, кто знает нашу жизнь, условия, в которых нам приходилось действовать, тот не бросит нам ни обвинения в безнравственности, ни обвинения в жестокости. Повешено. Не пройдет 3 месяцев и грохнет взрыв в самом Зимнем дворце. Поврежден пол в царской столовой. Александр II невредим. Он запоздал к обеду на полчаса. Бомбу взорвал Степан Халтурин. Смерть Александра II принесет политическую свободу. Повешен. Петербург. Екатерининский канал. 1 марта 1881 года. Карета императора перевернута взрывом. Александр выбрался из-под обломков. И тут к нему шагнул Игнатий Гриневицкий. В канун 1 марта он писал в своем завещании: «Судьба обрекает меня на раннюю гибель, и я не увижу победы. Не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества. Но считаю, что своею смертью сделаю все, что должен был сделать». И большего никто на свете от меня требовать не может. Игнатий Гриневицкий взорвал бомбу, погиб сам, но привел в исполнение приговор народной воли. Партия разгромлена. Иссякли силы. Замучены герои. Революционеры-народовольцы исчерпали себя 1 мартом. А либеральное общество оказалось и на этот раз еще настолько политически неразвитым, что и после убийства Александра II оно ограничилось одними благонамеренными ходатайствами. Заметит об этом времени Владимир Ильич. Минуют годы. Революционеры-марксисты обретут иные пути, и Ленин напишет: «Непригодность террора ясно доказана опытом русского революционного движения». Илья Николаевич вернулся с панихиды по Александру II в подавленном состоянии духа. Навсегда ушла пора преобразований. Да и повторится ли когда-нибудь та оттепель, та светлая весна? Скорее всего, нет. Предчувствую, что подступают времена, когда элементарное усердие и обычная честность, и те окажутся на подозрении. Расправившись с людьми, способными бороться за свободу, правительство почувствовало себя достаточно крепким, чтобы вытеснять либералов из тех скромных и второстепенных позиций, которые ими были заняты с разрешения начальства. Кровь, ужас,
смерть. И ради чего? Бьются головой в каменную стену. И только головы разбивают. Несомненно, эти жертвы пали не напрасно. Несомненно, они способствовали, прямо или косвенно, последующему революционному воспитанию русского народа. Но своей непосредственной цели, пробуждения народной революции, они не достигли и не могли достигнуть.